Возвращаемся в студию новостей. Сейчас короткий обзор некоторых событий. С мая в Подмосковье появится льготная карта «Стрелка». Минтранс утвердил 4 ее образца, различных по цвету для каждой категории. Клинский врач-педиатр приняла участие в галоконцерте ко дню медицинского работника. Он прошел в Москве и был посвящен 70-летию Победы. Наша Светлана Алексеева читала военный стих, за что была награждена дипломом. Клинские приставы публикуют очередной список должников транспортного налога. На этих людей уже возбуждены исполнительные производства о взыскании долга. Фамилии опубликованы в СМИ и интернет-ресурсах. Клинские тимуровцы соревновались сегодня в социально значимых проектах. 6 команд из городских и сельских школ представили проекты, которые уже реализуются или готовы к исполнению. Конкурс проходил в рамках проекта «Тимуровский экспресс».